Будем двигать наш город вперед через строительство, через инвестиции и через новые традиции, одной из которых станет проведение вот этого нового рождественского фестиваля, в который, мне кажется, у нас уже получится. Он уже получился по программе, по наполнению. Это январское событие станет для нашего города отправной точкой в насыщенную различными программами культурную жизнь областного центра. Фестиваль-ярмарка «Берестейские сани» – новое, однако статусное для областного центра мероприятие. И уровень приглашенных на праздник гостей подтверждает это. Надежда Бабкина, шоумен Леонид Якубович, Алена Ланская, Джаз-Сити Бэнд – это только часть тех, кто подтвердил свое участие. Особенно из общей программы организаторы отмечают запланированный на 8 января карнавал. В 13:30 ждем всех по улице Ленина, где состоится красочный, огромный, масштабный зимний парад, он так и называется, рождественский парад, которого у нас еще в Бресте никогда не было. Более 30 предприятий и организаций города, творческие коллективы, тысячи детей и взрослых пойдут в этом параде. Ведется подготовительная работа к параду, оформляются машины, декорируются различные фигуры, устанавливаются снеговые пушки, значит, шьются костюмы. Вообще, конечно, о параде очень трудно рассказать. Это надо увидеть, потому что это шоу. Предвосхищать парад будут, конечно же, повозка и сани, которые приведут участников шествия от городского парка на набережную. Кстати, уже сейчас некоторые брестчане и гости областного центра спешат туда, чтобы подсмотреть, а что же ждет нас на Рождество. Масштаб впечатляет. Несмотря на то, что пока погода не радует брестчан пушистым снегом и морозом, атмосфера праздника уже ощущается на набережной. Сейчас здесь идет формирование торговых павильонов, создаются фотозоны. Фестиваль «Берестейские сани» должен пройти ярко и красочно. Главная сцена праздника уже на месте и ожидает установки оборудования. Активно монтируются торговые павильоны в виде декоративных домиков, в которых брестчан порадуют вкусными угощениями и сувенирами. Уже присутствует часть арт-объектов, которые будут дополнять творческую атмосферу. Работа кипит, а это значит, что до одного из главных культурных событий осталось совсем чуть-чуть. С программой фестиваля-ярмарки «Берестейские сани» можно ознакомиться на интернет-ресурсах Брестского горосполкома, а также на официальных новостных порталах. Каждый найдет в афише что-то по душе. Конкурсы, викторины, концерты, благотворительные акции. Подарите себе незабываемое ощущение праздника. Приходите.